Блю кальций. Сказал. Я блю цинк. Детский кальций очень вкусный. Мне 9 лет. Я люблю кардицепс. Детский кальций. Потом. А чилипитный чай. Я пью продукцию тише, чтобы быть здоровым. Диана, мою дочь зовут Ясмин. Честно говоря, я очень долго переживала и думала, давать ли тиньши или нет. Но после года мы всей семьей очень сильно заболели, и традиционные методы лечения не давали результата. Тогда мы все-таки решили попробовать тиньши. Результат нас очень порадовал, и после этого мы стали поклонниками тиньши. И сейчас мы можем похвастаться, что всю зиму мы не болели. Мы очень часто летаем на самолетах, ездили на море и тоже ни разу не болели, чему очень рады. И теперь расширяем линейку продукции, которую мы потребляем. Хорошо. Мы с братом пьем продукцию чанши. Я никогда не болел, учусь на одни пятерки. А кальций — это классно. Я очень люблю цинк, кардицепс, кальций. Я люблю боусы, всего клубничную пасту, вот эту. Детский кальций, кардицепс, фуктозан. И все тинсы люблю. Все тинсы люблю, даже вот... Надо пью вот это. И вот это пью. И вот это. Ну, до здоровья, до всего. До всего. Чтобы кишечник был чистый. Чтобы кости укреплялись. Чтобы все было хорошо с костями и зубами. Меня зовут Айша, мне 7 лет. Моему брату, моего брата зовут Ануар. Ему 10 лет. Мы пьем продукцию тяньши. Детские кальций очень вкусные и полезные. Кардицепс. Мы пьем кардицепс и никогда не болеем. Пейте продукцию тяньши и будьте здоровыми. Здравствуйте, меня зовут Гульбахат Уалиханова. По профессии я медработник. Узнала про компанию тяньши от своей сестры. После рождения сына ему поставили диагноз злокачественная опухоль правого надпочечника. И в 9 месяцев его прооперировали. После операции снизился иммунитет. Болел хроническим бронхитом, острым пневмонией. Был еще атопический дерматит, крапивница. И после операции у нас пошло осложнение. Это острый парапротит, который перешел в хроническую форму. И за этот период он перенес 6 наркозов. И когда нам сказали, врачи когда сказали, что должна еще операцию он пройти, я начала переживать.
И в это время я узнала про тиньши, про продукцию, что он очень хорошо работает. И мы начали усиленно пропивать его. И через 3 месяца, пропив 3 месяца продукцию, мы пошли на плановое обследование. И тот диагноз, который нам ставил, был снят. И до сих пор мы пьем, употребляем тиньши. Он сейчас отличник в классе, ходит на борьбу. И он здоровый, и я сняла его с инвалидности. Это самый первый, самый лучший результат. Менің аты Мирасыл, мен 3-ші сыныпта оқимын. Менің жақсы көретін өнімдерінің, тенші өнімдерінің арасында балаларға арналған кальций, және де балаларға арналған тіс пастасы мен хитозан цинкті ұнатамын. Тянши күшті. Добрый день. Ух ты! Каждая мама желает для своего ребенка только здоровья. Мы с рождения не знаем, что такое антибиотики, что такое уколы, что такое лекарства. Еще с внутриутробного развития мы начали принимать БАДы тиньши. И в 3 месяца, когда мы пришли к невропатологу, она сказала, я еще не видела таких здоровых детей. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши дети были здоровы и полны сил, принимайте БАДы тиньши. Будешь полежать витаминчик? Ух ты! Давай вот. На. Как вкусно, Леша. Как вкусно. Без отпасы звен, тиньшик. Өнімдерін өте жақсы көреміз. Қазір Кәусар екеуміз қалай өнімді шетімізді көрсетеміз. Кәусар, мынау не? А? Кальций, да? Кальций. Әке, ашамыз. Мынау не? Мен үшінен салшы. Сен үшінен салшы өзім. О! О! Молодец! Мынау не, Кәусар? Мынау продукции тиньши и будьте здоровыми!